Так, мы, наверное, в километре от Волновахи, который сейчас штурмуют наши войска. Ну и что можно сказать? Специально для Смерч.Инфо, две новости, одно предсказание. Россиюшке спасибо. Валяма бакс, но я не про альбом, а про то, что в мире. Ну, новость номер один. Мы проебали тех, кто у нас находится в тылу. Ни одно РУА, ни одни коллаборационисты не, наверное, не сравнятся по количеству, слава богу, не по качеству и по воинственности вот с этим хипстерьем, которое за ладо и макарони, блядь, родину продаст. И все, что они могут сделать, это обобщиться. Ну, вторая новость заключается в том, что совсем скоро мы узнаем, что важнее, выиграть информационную войну или настоящую. И вот именно в этом заключается большая интрига. Ну и предсказание. Я надеюсь, что актер и президент, это, не считая даже опыт Рейгана, это будет последний такой персонаж. И мы будем все присутствовать на, блять, ну не казни, конечно, но как минимум на его суде. Потому что смерть именно на совести этого парня с хриплым голосом, который многим всем нравился и смотрел на вас проникновенным взглядом. И вас, долбоебов, именно на это и купил. И теперь именно поэтому погибают дети, а не из-за действий российской армии. Как-то так. Специально для Смерч.Инфо.